Вот я звоню в такси, приезжает Реношка. Это Рено. Ого! И это не Дача Логан, не Рено Логан, это какой-то Меган РС. Ты как, потянешь его? Ну не знаю. Давай. Таксист, да? Давай, Женя! Блядь! Я уверен, что вы от Хендая такой мощности не ожидали. Ребят, ну вам в такси только надо кататься. Это тема Рено, ездить в такси. Всем привет, с вами Павел, канал Крутящий Момент. Я снова на 6-м километре. Наш товарищ Женя купил себе крутую тачку. Это Рено, друзья. Рено Меган РС. Женек, здорово. Привет, Павел. Все огонь, братан? Все четко. Как там рэпчик? Все классно. Движуха наша растет в городе, все. Ага. Жень, что за тачка такая? Рено Меган РС 2 литра на механике. Из доработок только донпайп. В принципе, 3 дюйма труба. Угу. Все по стоку, все классно. Слушай, ну я видел, ты катал, и как-то героический, звук такой просто бомбический. Да, да, слушай, может быть, в салоне будет слышно. Слушай, ну класс, класс. На прямотоке, как бы, вот и звучок. В этой машине блокировка, да, если не ошибаюсь? Да, конечно, да. Хорошо, какой вес у нее? Вес тонны 450. Слушай, ну не легкая она. Она не самая легкая, да. Не легкая. Сколько передач? 6. 6-ступенчатая механика. 4-поршневые тормоза стоят в этой машине. Какие-то модные перфорированные диски. Вот такие фендера, накладочки на арках стильные. С воздухозаборником. Давайте посмотрим под капот данного автомобиля. Так, ну тут все в стиле Рено, большая пластиковая крышка, я вижу турбину, здесь турбина. Турбина таки реально небольшая, все компактно, укомплектовано вот так вот. Просто без ничего лишнего, даже рукой некуда залезть. Все пушненько, набитенько, да, без всяких холодных пусков. Турбина штатная стоит фирмы Mitsubishi. Ага. Ну и все, можем снять крышечку, посмотреть. Да, обычный 4-цилиндровый мотор. Прикольно. Сейчас проверим эту тачку в боевых условиях. Что сможет сделать Рено Меган РС на драг-рейсинге у нас в Одессе. Поехали. Ходили-ходили, гуляли-гуляли, встретили Игорька. Игорек, здорово. Привет. Это есть какое-то очень дерзкое Рено. Да, да, стреляет хорошо. И это не Дача Логан, не Рено Логан, это какой-то Меган РС. Ты как, потянешь его? Ну не знаю. Давай. Это таксист, да? Да, таксист, говорят. Так, ребята, это Рено. Ого! Очень грозно звучит Рено. Короче, Женек, если видит попутчиков, никогда не откажет подвезти за пятнашку даже до вокзала, ребята. Я буду ехать в Рено. Чтобы не помешали. Прикольные ремни тут желтые. Это по заводу желтые или что здесь? Нифига себе. Короче, Игорь зазнался, говорит, что у него реально самая топовая бэха, что он всех порвет. Сейчас попробуем Игоря уделать на Реношке. Блин, у него первый стейдж. Ну да, у тебя, по идее, тоже первый стейдж, или сколько? Не, у меня столько. В заводе 300 сил здесь? 265, но у меня же донпайп, это плюс 25 сил. Ты знаешь, Женя, у меня всегда Рено ассоциируется с Рено Логан, с такси. Вот я звоню в такси, приезжает Реношка, но я так понимаю, что ты не из этих соображений брал вот эту свою машину. Знаешь, ты был бы рад, если бы за тобой такая приехала тачка. Да я был бы безумно рад, я бы вызывал тебя каждый день. Так, ну я думаю... Может, в такси тогда? Я никем занимаюсь. Напоминаю, в бумере первый стейдж, это примерно сколько сил? 350-360. Это лайтовый стейдж, там есть даже посильнее, но это так. Да, такой бомбить. Детский стейдж, недостейдж. Такой, да, недо... для школьника. Не, ну что, он неплохой, но бывало и лучше. Да. Я не хочу просто пока больше. Короче, не будем сильно въебывать Рено. Да. Честно, вам ничего не светит, честно. Ну поедем. Да, не, ну давай. Он, это... Не, ну Паша, бумер, это бумер. Типа, давай, поехали, все. Ну сейчас проверим. Ребят, давай. Вам в такси только надо кататься. Это тема Рено, ездить в такси. Давай, Женек. Давай! Давай, Женя! Блядь, проебать.
передачу. Ну, мы, кстати, ну, вырвались вперед. Ладно, сейчас будет раунд 2. В первом раунде что-то, короче, не срослось. Ну, так бывает, ребята. Не судите строго. Женя шифтует на механике. Причем, учтите, он шифтует как ниндзя. Как бой с тенью. Почему? Да потому что тут даже нету гравировки передач. Откуда я, Женя, вообще может знать, куда включать этот рычаг? Да все просто, как на Ланосе. На каком еще нахрен Ланосе, Женя, блин? Так, Женя, ну давай собери что-то такое. Друзья, если вам нравится... автомобили, которые производят лягушатники, вот, ну, другими словами, французы, там, Peugeot, Renault и так далее, напишите в комментариях слово «Франция», и мы об этом узнаем. Не может быть! Не может быть такой хуй! Короче, друзья... BMW таки объехала нашу Реношку. Но мы неплохо заехали, учитывая, что у него 3-литровый твинтурбо на первом стейдже. Слушай, ну для 260 сил, плюс там, скажем так, вот эти виртуальные 20 сил, я считаю, что эта Реноха валит просто ракетно. Как-то максимально ракетно валит она, реально. Ну, тачка зачет у тебя. Давай! Давай, 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 Женя! Уехал негодяй, да? Я считаю, друзья, что Реношка реально поехала сильно. Вот. Лягушатники в этот раз удивили. Удивили тем, что их тачки реально могут эксплуатироваться не только в режиме такси. Подчеркиваю, в такси себя Реношки чувствуют очень хорошо. В нашем регионе очень распространены именно таксисты на Логанах. Тачки супер надежные. Вот. Не знаю, как спортивный сегмент себя поведет, то есть будет ли тачка разваливаться, или это будет такая же надежная машина, как Renault Logan. Вот. Но на данный момент действительно уровень. Так, друзья, я в Genesis 5.0, супер редкая тачка, 5 литров. Я уверен, что вы от Hyundai такой мощности не ожидали. Давай, Женя, слушай, короче, есть какой-то очень заряженный Hyundai. Серьезно? Охотится за тобой уже дня 3, хочет тебя реально дернуть в точку. Ну, посмотрим. Ребята, битва народных марок. Рено против Hyundai. Hyundai не сдается, ребята! Все, трасса заканчивается. Там уже просто закончилась дистанция. Да, я бы, наверное, немножко ушел. Давай с места попробуем. Наверхах бы ушел. Ребята, Женек банчит рэпчиком. Мы хип-хоп организация, единственная рэп-баттл площадка в городе Одесса. Называется Southern Style, южный стиль. Вот такой вот салон, все в коже. Машина, я так понимаю, а-ля представительский класс, правильно? Да, это такое. Но делается она чисто для Америки. Так, друзья, Genesis 5 литров против Renault Megane RS на переднем приводе. Заезд с места. Баварский волк нам дает старт. Вторую. Давай, все, поехали. Давай, Женечек. Кочегарь ее. Разрыв не увеличится, ребята. Идем ровненько. Зашел, аптечку потерял, ладно. Ну, мощный соперник. У него задний привод в этом Hyundai. Сложно с ним бороться. Я тебя поздравляю. Да, хоть как-то мы. Хоть какой-то позитив, да? Да, братан, это было мощно, реально. Четко вообще, да. Что-то 5 литров валит, базара нет. Если вы ушли, короче, то я уже, ну, я не могу догнать. Мне кажется, это не Hyundai, это просто, ну. Легкая. Да, она легкая. Это обманули автопроизводители, ни хера не Hyundai. Hyundai так не валят. Не валят, да.
Так, друзья, 5-литровая 34-ка. Давай, Женя! Мощная, мощная 34-ка, базара ноль. Спасибо, супер. Это батя приехал, походу, к одной на 34-ке. Очень круто. Хорошо, хорошо приехал, я не ожидал. Еще и уплавали. Так, следующим соперником для нашей Ренохи будет 535-я BMW F-серии. Так, спортсмен, привет. Что у тебя там, напоминаю? 535-я на первом стейдже, да? Да, да. Сколько ориентировочно сил? 150. Короче, тачка быстрая. Сейчас будешь воевать с лягушатниками. Давай, удачи. Я не верю своим глазам. Пол будки мы навозим в бэхе. Разрыв будка. Уехали, уехали от BMW F-серии. Джек, ты понимаешь, что ты только что объехал пятерку на 350 лошадиных сил? Нормально. Нормально. Я думаю, что именно в этот момент владельцы автомобиля Renault очень рады и очень сильно болеют за Женю. Сил от BMW. Это же Рено. Все таксисты будут за меня радоваться. Уехали, уехали. Два заезда, две победы, реально же как красавец. Спасибо, спасибо тебе, братан. Спасибо, братан. Тачка, пушка. Давай как-то еще поснимаем твою машину в ракетоносном победном марше. Окей? Как скажешь. А вы ставите свои комментарии, в общем, по поводу тачки. И хотите ли вы увидеть меня в других сериях? Будет очень важно для меня. Спасибо за поддержку. Банда, я в шоке. Рено валит. Реально, Рено валит. С вами был Павел, Дмитрий, гость канала Евгений. Всем пока. Бррррр.